Они всегда считались достаточно полезными. Но если вдуматься, в сухофруктах много углеводов, из-за чего они имеют высокий гликемический индекс и вызывают резкий подъем уровня сахара в крови. Это приводит к выработке большого объема инсулина, что способствует воспалению. Оно неожиданно оказалось более вредным для кожи, чем обычное. Причины до конца непонятны, скорее всего, проблема именно в отсутствии жира и наличии казеина и добавочного количества белков, чтобы такое молоко не было по вкусу похоже на воду. Лучше заменить его рисовым, миндальным или кокосовым молоком. Креветки, лобстеры, устрицы богаты йодом, который вызывает воспаление на коже при повышенной чувствительности или если съесть их слишком много. Лучше заменить их жирной рыбой. Он содержит рафинированный сахар, молоко и трансжиры. Замени его горьким шоколадом с содержанием какао от 70%. У белого риса высокий гликемический индекс, крабовые палочки и соевый соус имеют в составе глютен, а водоросли нория йод. Соки, особенно фруктовые, богаты сахаром, что вызывает резкий подъем уровня сахара в крови и ведет к воспалению. Лучше замените их обычными фруктами. Не все, а только богатое антибиотиками. Оно может нарушить баланс микрофлоры в организме. Маргарита, мохито и другие коктейли богаты сахаром, а сам алкоголь выводит из организма воду. Лучше пить красное вино.